Строить сцену для Евровидения – это вам не дома ремонтировать. Хотел бы такой домик, размером с футбольное поле, с плазмами по периметру, с лифтом. Ну, что-то я размечтался. Кстати, горячий эстонский шоу-продюсер прям так и сказал, что круче сцены еще не было ни у кого за всю историю. До Евровидения остаются считанные недели, и подготовка к церемонии, которая обещает стать одной из самых зрелищных за всю историю конкурса, уже в самом разгаре. Шоу-продюсер Тарма Крим, который уже не первый год отвечает за техническое воплощение евровидейного действа, любезно согласился поведать нам, чем же они, организаторы, готовы сразить нас наповал. Для создания декораций мы использовали порядка 2000 квадратных метров светодиодных экранов. Если сравнивать, то в этой церемонии их больше, чем в 5 предыдущих вместе взятых. Мамо, такие объемы даже Пекину в период Олимпийских игр не снились. Экраны, образующие кольцо над сценой, это сложнейшая техническая конструкция, которая сможет не только трансформироваться, но и менять свое положение в пространстве. 4 километра подсветки, 8 километров стальных каркасов и 1000 километров стекла на сцене. Объемы внушительные, но посмотрите на этот стадион, он огромный. Я просто уверен, что каждый, кто посетит это шоу, будет приятно шокирован. Мы, похоже, оказались первыми. Этот проект уже назван одним из самых амбициозных в истории Евровидения. Да и команда, которая занимается оснащением этой площадки, не скрывает своего восхищения. Это огромное шоу, огромная сцена, без вопросов. Из всего, что я знаю, это определенно мой лучший проект.